И всем привет, ребята, вы на канале Влад 4, да, он шучу, призом. И сегодня мы играем в Among Us. Я уже сдох, но есть предателя в вычислении. И на конце игры я выпускаю. Старт не нажимаем. Пожалуй, почти. Так, ждем на рот. Топ-катка. Ну, вообще, мы довольно легко. Вот этот Фио вообще спалился. Он хотел на черного, но на другого. Он типа борода. Да фейк он, но не Magic 5. Не Magic 5, конечно. Какой еще кит? Кого кит? Блин, нет, я лучше, а лыжников ненавижу. Терпу. С нормальными людьми. Блин! А знаете что, ребята, ваши подписки и лайки влияют на импостер. Вот кто-то из вас не подписан, и импостер мне, ну и вам тоже, не так часто выпадает. Навигация. Медик. Так, сейчас. Электрика. Я уже все задания выполняю. ВПР. О, нет. В четвертом классе такое пишет ВПР. Так. Блин, отправляйся. Всероссийские проверочные работы, так называется. Сейчас я много приболел, но ролики постараюсь довольно часто делать, хотя бы каждую минуту. Ждем минимум 6. Ждем. А еще напишите мне в комментарии, хотя обидно, когда ты создаешь ролики. Конечно, всегда обидно. Но знаете, как типа бывает, друг к тебе заходит, и все, твой сервер становится популярным. Друг, брат, сестра выходит. Ты как, господи, что за никнейм? Ну конечно. Ё-моё, когда я буду уже. Так, электромет, нет, управление, хранилище. Вот, смотрите, ворон же, смотрите, леска. Ну когда-нибудь наступит время есть. Ну когда-нибудь. Здравствуйте.
свидания. Хранилище. Ну, как будто пердежа какой-то. Так, 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 так. И наконец-то нашли мой дом. Аллилуйя. Еще сильно убили, похоже. Или он лучше. Да блин, отстаньте все от меня, не пишите, я ролик снимаю. Я могу хоть раз нормальный ролик, я уже какой пятый или четвертый раз переснимаю. Красный. Кто меня вообще убил? А, оранжевый. Так, где? Я мертвый раз. Тихо, ловите. Я видел это. Это потом, значит. Ну давай, кто-то мне проголосовал. Фиол. Тикнуть бы его надо будет. Тыковка. Тупорылый. Салат не предать. И все за красного. Оранжевого. Нужно было. А может, нет. Я второго не знаю. Но... Так. Так, так. Всё. И... Кстати, чаще всего я тут буду стоять, типа. Мне интересно, кто предать. Борода. Ну, вряд ли борода. Он недавно был приносил. Оранжевый. А что оранжевый? Город? Что он делает? Вот всегда, когда ты предатель, ты пипец как волнуешься. И ты типа начинаешь просто своими движениями палиться. Ваши ставки. Как вы думаете, кто? Чё? Я думаю, что это... Это... Чёрный или фиолетовый? Бороде просто-напросто верю. Ну, зелёному, голубому тоже. Потому что, ну, он что-то оранжевый его не убил. Ой, ну, бегал за ним. Зеленый, ну, может быть, саморепорт. Я подозреваю оранжевого. И оранж. Черный на глаза. Ну, видите, это черный, а потом оранжевый. Есть! Я же говорил вам. Я же говорил. Я, наверное, этот раунд кончил. Я... Блин, я не знаю даже, о чем говорить. Ладно. А, и не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, ребята. Это очень-очень-очень-очень важно. Фиол завалил вообще, сука. А, все. Сейчас оранжевый будет гнать меня. Че он не сбежал? Пруф, оранж. Ну все, они сейчас завалят его. Я этот раунд доиграю и постараюсь еще один сыграть. Ну, потом еще один ролик. Наверное, следующий ролик выйдет на этой неделе или на следующий. Я и так стараюсь очень часто, мне потому что, ну, я как учусь. Ждем. Ну, походу, зря я тыковку. Есть что? Этот ролик, это дубль 3. Ладно.
последний. Могу. Нет, пожалуйста, выключи. Все, все нормально, нормально, все, пошли, 7, гу, быстрее, 8, да быстрее, да блин, Саски, ненавижу никнейм, Итачи и Саски, они с вами, идите на это. Ладно, тогда на этом буду заканчивать, всем, до свидания и пока.